1 сентября в парке культуры и отдыха «Сокольники» прошел невероятно красивый фестиваль «Город музыки», объединивший уникальность природы парка и мелодичное звучание классических произведений. Фестиваль стал настоящим подарком москвичам и гостям столицы в День города и День знаний. Торжественная атмосфера концертного зала встречала гостей от входа в парк. Стильное тематическое оформление, флористические композиции из музыкальных инструментов, персонажи в необычных костюмах – все это поражало и впечатляло с первого взгляда. Открылся праздник выступлением духового оркестра внутренних войск МВД и выступлением лауреата международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Никиты Коровина. Мы сегодня видим, что парк наш «Сокольники» стал самым посещаемым парком в городе. Вы согласны с тем, что он преображается? Спасибо вам огромное, спасибо! С праздником, дорогие москвичи! Удачи вам, благополучия вашим семьям, спасибо! В этот день на всех площадках витало музыкальное настроение. На одной звучали великие творения композиторов разных времен в оригинале, на другой проходил исторический бал, на третьей – экспозиции мастер-класса, на четвертой располагались элегантные арфы и другие оригинальные инструменты. Кроме того, одна из эстрад парка была задействована под увлекательную детскую программу с выступлением артистов, конкурсами и подарками. И взрослые, и маленькие посетители парка получили множество положительных эмоций, погрузились в незабываемую атмосферу классики, услышали игру именитых оркестров под открытым небом, поучаствовали в мастер-классах. Организаторы планируют проводить город музыки ежегодно, а парк «Сокольники» всегда открыт для своих посетителей.